Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, это снова Days Gone, это проехать к указанной точке, это задание под названием «Что-то ист чут, сучки», что-то где-то здесь забыли. Короче, мы продолжаем, я прибавлю призвалю. Короче, продолжаем, прошлая серия была длинная, просто невозможно какая, сейчас кресло я себе сделаю, чтобы оно не ездило. Так вот, очень длинная была серия, но что ж поделаешь-то, собственно, ничего не поделаешь. Во всем виноват байк, во всем виноват гребаный этот двухколесный долбоеб, который взял и кончил мне бензин. Читаю в комментариях, я, между прочим, и, соответственно... Узнаю я вот что. Я был совершенно прав, я был абсолютно прав, я был прав на 100 с лишним процентов, что этот мотоцикл охуел. Мотоцикл не должен столько жрать. В принципе, не может мотоцикл столько жрать. Люди пишут, что, блядь, трактора меньше жрут, а трактора жрут только так, потому что трактора работают на солярке, а солярка улетает просто как прям махом, просто уничтожается, изнеможается и улетает эта солярка. Это наш мотоцикл, собака такая, просто в разы больше забирает топлива.